Друзья, всем привет! Вот приехали мы на гроз, где у нас тыква обычно бывает. Сено зазеленело, глянь. Ага. Спахали под зиму, а тут дожди зарядили. Ну так, земелька влажноватая, надо задержать влагу. Вот эти комочки сейчас воронка. Забороним вдоль, а потом поперек. Заодно и поречек немножечко подвычешем. Ну что, приступаем, друзья. Напугал. Пришли на прогулку. Вычесываете, да? Да, потихоньку. Все меньше будет. Но этот турель что-то недолюбливает. Пошли, пошли. Уже вишня зацветает. Ну, черемха, я вам говорила, цветет уже. Ешьте пырей, дуралеи. На выходных опять до нуля обещают. Идите сюда, я вот она. Идите. Иди ко мне, иди сюда. Иди, полукровка. Иди сюда. Иди. Ноги поломаете, аккуратней. Кошмар какой-то. Сбили меня, пугались. Что? Что? Морды страшные.
попрыгуши. У нас теперь третья попрыгуша появилась, верба. Буквально вчера. Сегодня у нас 3 апреля. Вчера 2 апреля окатила. Ой, апреля, простите, мая. Окатила вчера девчушечку. Майку назвали майкой. Этих не стали. А там прям копия. Папа Яша. Еще сладенькая. Что? Мои калоши. Правильно, ешь бурьян. Слегка почистим корни. Вот. Погнали дальше. Лакировочка. Да, у меня хорошая. Я не знаю.
курей. В том году сколько? 8 раз тяпали, да? 7 или 8? 8, наверное. Кое-где пролазит курей. Отходи, дуралей. Идите сюда. Да, сам нагинайся, на. На, дуралей. Меня поиспачкали. Там, друзья, ну все, Сергей работу свою завершает. Там немножечко на конце много травки. Решил, наверное, проехать поперек. А очень много было комментариев по поводу, куда так много сажаем. Тыквы, свеклы, друзья. Да, хозяйство у нас не очень большое, но все же в целях экономии ЧС. Зерна, я хочу вам сказать. Да, мы не скрываем, мы получаем пои. Вот, на пои зерно получаем. Ну, вот. И плюс покупаем овес и комбикорма. Ну, мы берем комбикорм чисто любому поголовью нашего маленького подсобного хозяйства для поддержки. А потом сажаем на посыпку. Поэтому особенно свиней мы не экономим ни тыкву, ни свеклу. Накидал. В общем, в целях экономии. Так что, друзья, поэтому мы вот вынуждены в таком количестве тыкву, свеклу сажать. В общем, в целях экономии. Ну что, друзья? Ну, ребят, заходим по второму следу. Будем ходить сверху вниз, потому что тут одни развороты, он не широкий огородик. Так, ну, курей становится меньше, ну, земля помягче. Ну что, ребят, ставьте лайки, не забудьте подписаться на наш канал. Всем пока-пока, до новых встреч, друзья.